Ну, насколько мы все вместе поняли, пока решения тут нет никакого, потому что лодочники хотят здесь остаться, значит, другие хотят, чтобы здесь была набережная. Поэтому, вот, исходя из всего этого, будем искать какое-то компромиссное решение для того, чтобы все были довольны, и горожане, и те же самые горожане-лодочники, где-то искать, наверное, скорее всего, какое-то место, чтобы их туда переселить, чтобы это еще их устроило. С учетом их мнения, да? Конечно, конечно.